А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, и Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. А ты типа не боишься? Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, и Васик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. Я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. Соловьи уже умолкли, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Ты можешь провести меня к ведьмам? Вавусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной.